свое имя. Слава. Артем. Евгения. Вячеслав. Прям прочувствуйте свое имя. Прямо в глубине, через все тело прочувствуйте свое имя. И пробуйте его еще несколько раз, пока не доест. Кричи, что ты тут кричишь? Было такое? Нет? Банка металлика. СССР. Пацанов бью. Да не, ну не надо, не надо. Бьем. Никого не бьем. Короче, давайте покричим. Я знаю, как это закончится. А я Тарзан. Я так не делаю. Помните, как в детстве еще кулаками вот так вот трясти сильно и не стучать. Потрясите вот так вот со всей силы кулаками. Батюшка. Чувствуете энергию? В руках, в теле. Закончится все как всегда. А тут приходят взрослые и говорят, только лука не кричи, что ты трясешь руками? Ну-ка успокойся. Вот сейчас почувствовал себя, если кто-то не позволился, так вообще там прикрепит, там случайно кулаками, даже не говорит, что я ешь. Что получается так, что ты кричишь? Давайте попробуем вот играть. Я понял, почему у меня нет слуха. Я не пел в детстве. Ля-ля-ля. Когда будут выдавать билеты? Ла-л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 а-
руками сопровождать. Синхронизируйте с руками. Немного потрясен. Он начинает с ног. И вот пока оно все до верхней что-то ползет. Пускайте движения будут максимально естественными. Как будто вы холодец или желе. Не надо головой думать, сейчас я вот, вот так вот сделаю, вот так вот. Вот такой. Тазом. Больше тазом. Хорошая разминка перед танцами. Да, это такой же есть. Тряситесь, я буду рассказывать. Как можно больше таза, чтобы таз вот раскладывал. Особенно девушкам. Трясем задние, конечно. Ногами, всем телом. Все знают, что тело на там, 70-80% состоит из воды, да? Ну, вот тело комфортнее всего себя чувствует водой. И если нужно, допустим, поднять энергию в теле, то можно представлять, что вы как кипяток закипаете, знаете, там вот такие пузыречки начинают снизу подниматься. И вот как будто снизу пузырьки пошли, и такие и постепенно вот этот кипяток поднимается. Тело реально работает вот таким образом. Трясемся. Есть такая там медитация какая-то, где там через тряску выбрасывают энергию. Мы ее не выбрасываем. Да. Мы ее наоборот приподнимаем, она там где-то застоявшаяся была, мы ее приподнимаем, будем использовать. Это будем сегодня круто. Мы еще что поделаем. Трясемся, трясемся активнее. Как будто снизу поднимаются пузырьки, как будто мы вода. И классно. Но изначально телу больше нравится просто прыгать. Уже знал? Тело, оно простое. Знаешь, трястись, прыгать, шевелиться. В принципе, его можно научить к любым шевелениям, если йога не вызывает неприятных ассоциаций, типа вот нужно себя заставлять. А если идти на йогу с радостью, то очень хорошо. Еще во время йоги, кто любит, никогда не нужно себе думать, типа, вот, блин, у меня вот это не получается. Оно опять же это слышит, типа, у меня не получается, хозяин недоволен мной. Если занимаемся йогой, замечаем абсолютно все моменты, наоборот, которые получаются, хоть как-нибудь, или начали получаться чуть-чуть получше. А если вообще не получается, говорим телу, все хорошо, сейчас вот позанимаюсь. Все позанимаюсь, и будет получаться, у тебя все получится. Чего, Ген, вот отдохнем и еще раз переделаем. Начинаем медленно. Вот так вот, смотрите, разворачиваем. Чуть-чуть. Не нравится какие-то работы. А это замечательно. Мне кажется, я не могу. Самые лучшие практики для человека, они очень простые. Все то, что придумывают, оно тоже работает. Очень здорово. Слишком много думают. Вы что съешьте? Вот. Но изначально, давным-давно, все практики были очень простые. Они действуют точно так же круто. Йоги. Или даже круто, потому что слишком много думали. Так проверяли, если оружие. Все одновременно.